Особое правило приема в этом году назначило Министерство образования. Если раньше студентов очной формы зачисляли в две волны, то теперь предусмотрена только одна. Правда, увеличили срок подачи документов. Абитуриентов будут принимать следующие полтора месяца. Вступительные испытания тоже можно пройти онлайн. Если будет эпидемситуация в регионе позволять, вузы могут проводить вступительные испытания в очном формате на территории вуза. Мы сейчас готовимся к проведению вступительных испытаний и в дистанционном, и в очном формате, чтобы быть готовым полностью к любому развитию ситуации с пандемией. По опыту прошлого года приемные комиссии знают, техника на дистанционных экзаменах может дать сбой, поэтому абитуриентам рекомендуют проходить испытания очно. В ДГТУ поступающих встречают волонтеры, а дальше с ними работают как в МФЦ. Вас встретили еще волонтеры, вас проведут. Спасибо большое. Обязательно поступайте. В этом году бюджетных мест в Донском государственном техническом университете почти 5500. Увеличились и проходные баллы. А тех, кто не попадет на желаемую специальность, в вузе позаботятся. Если, допустим, на какой-то специальности у нас оказалось несколько мест бюджетных не заполнено, то мы до 1 сентября имеем право туда зачислить тех, кто с другой специальности не попал по конкурсу. И ему не надо ничего сдавать, какие-то дополнительные экзамены, все прочее. Конкуренция на бюджет высока, и порой даже один балл может все решить. Многие абитуриенты представляют комиссии портфолио, красные дипломы, волонтерские книжки и другие индивидуальные достижения. В Ростовской области большой популярностью пользуются IT-направления. Обороты набирает и машиностроение, рассказывают в вузах. Впрочем, более классические специальности не теряют своей актуальности. Я подала документы на факультет экономики и управления, также их учет. Но, скорее всего, я буду поступать или на лингвистику, или на какие-либо программы, связанные с экономикой, с менеджментом. Знал, что буду врачом, не знал каким, но теперь определился с хирургом. Я поступаю на строительство, поступаю, потому что мне нужно для работы. Южный федеральный университет на направление зарубежной филологии. В начале августа ранжированные списки абитуриентов покажут, кому гарантировано бюджетное место на специальность мечты. Сергей Крикоров, Дмитрий Дерещук, Юрий Друзякин, Дон-24, Ростов-на-Дону.